okay, buddy. Пойдем. Тихо, хлопцы. Треба почекать 5 минут. Идите в туалет. Він же терпіть же не може. Бачиш, він зараз тут калюжу зробить. Помацай. Так, хлопці, руки вгору, вгору. Поднімі, поднімі. Чисто. Ні. А знизу? А знизу я не полізу. А що так? А може у нього там трусів нема? Хоч, провірей сам. А як ти думаєш, Микола? Ці шотландці один другого мають? Ні, вони своїх вівець мають. Це ж не люди, звірофіли. Нехай проходять. Ідіть вже, нехай. Нехай, нехай. Убогі. Быстро! Давай. Что-нибудь сделать можешь? Могу! Прыгать умеешь? Держи!
закон в стране! Вы оба уволены из рядов группы антитеррор! Сдать табельное оружие! Он сказал, что лучше бы без парашюта прыгнул бы кто-нибудь из этой парочки. Вам ясно? Антитеррор! Уволенный из рядов группы антитеррор! И... Доброе утро, Лин! Хочешь кофе? Тебя как зовут? Извини. Да, тяжелый случай. Тебе пить нельзя. А что я вчера делал? Вчера? А. Песни пел Аллы Пугачевой. А позавчера? Ну, какой ужас. Продвиг Каплан. Кошкин, открой дверь! Кошкин, выходи, тебе поесть нужно! Папа, ты должен мне помочь с оригами. Слушай, а ты на работу не опоздаешь? А что, у меня есть работа? Да, вчера ты говорил, что сегодня идешь на новую работу. Ой-ё, ничего не помню. Так надо Кошкину звонить. Подъем! Одеваться, быстро! Так, давай. Так, ага. Давай, одевайся, быстро! Да? Он занят. Да, хорошо, передам. До свидания. Пап, тебе Вельмышев звонил! Любимый! Папа! Ура! Ура! Я опаздываю к врачу, девчонок отвезешь сам в детский сад. Меня! И так, меня! Зайди в овощной. Да, и на вечер вызови сантехника. Папа, внутри вся инструкция. Задание на пространственное воображение. Нужно вырезать и сложить клюющую курочку. Ты так и не хочешь узнать, как меня зовут? Слушай, я сейчас все равно не запомню. Ты напиши в записке, ладно, там, как телефон, как зовут, созвонимся. Посуду помой. Ты не устал? Ой, Хоттабыч. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ. А ничего, звучит, а? Это где-то в центре, где-то это. Вот нам повезло, а? Да, вряд ли. А потом нам не главное управление нужно, а первый спецотдел. Давай, по адресу ищи. Слушаюсь, хозяин. Ищу. Да, тюрьма, что ли, какая-то. Ой, антидурь. Слышь? А? Антидурь. Просто и со вкусом. Это ссылка, Велик. Это ссылка. Маскировка первого секретного отдела антидури.
покруче, чем у Бен Ладена. Вельмишев и Кошкин. Кобра антитеррор. Вельмишев, Кошкин, кобра антидурь. Только выйти, чтобы наш фамилию никто не знал, ладно? Виктор! Раков, Николай, а вы? У нас будет теперь работать, да? Да, а что? Да нет, ничего. Тяжко, наверное, да? С таких высот и к нам. Раньше-то прямое президентское подчинение, полномочия. Пинком любую дверь открывали. За что вас? Да вот за это самое. Пинок не рассчитали. Вместе с дверью вылетели. Нет, на самом деле все по-другому было. Только вы никому, ладно? Вы смотрели телевизионный кадр, как Хусейна американцы арестовывают? Конечно. Вот. А помните еще такой скандал с финиками на пальме, которые в то время и не растут даже? Ну. Ну, так это был не настоящий Хусейн, двойник. Один там, сумасшедший из Мордовии, спецлагеря. А настоящего мы взяли с моим товарищем. Угу. Правда? А где же настоящий? Мы его в подлодке хотели вывезти, но пошли, а там в противолодочной сети застряли. Ну, мы-то успели дернуть. А он там до сих пор сидит. Сигнал СОС подает. Шутите? Мы никогда не шутим. Я юмора и разгильдяйства не люблю. Курить у нас разрешено в специально отведенных местах. На первый раз прощаю. А на второе что? Расстреливаете, что ли? Неплохая идея. Да, строго вас, секретарша. Это ее любимый цветок. Да, если у этого Мороза такая секретарша, то представляю, какой он сам. Мороз по коже. Пойдите. Да. Прошу. Давайте знакомиться. Зинаида Сергеевна Мороз. Ваш новый начальник. Кошкин. Мороз. Виктор. Мороз. Значит так, ознакомилась с вашими личными делами, так что знаю, что люди вы опытные, высокопрофессиональные, рада, что специалисты такого уровня будут работать теперь у меня. Но работа в нашем отделе, она несколько отличается от того, чем вы занимались раньше. Вот. Товарищ уже нас потихонечку в курс дела вводит. Кстати, рекомендую. Это лучший эксперт-криминалист по наркотикам в городе Москве. Ну что, насчет оперативной работы, я думаю, вам объяснять не надо. Вот он наш контингент. Ваша доска почета. Да вроде того. Оружие. ОСА. Травматический пистолет ОСА. Оглушить может, привести в болевой шок. Обойдетесь и этим, пока на первых порах. Пока не обвыкнетесь, а то вы мне пол Москвы разнесете. Николай, проводи. Прошу за мной. Я вам покажу ваш кабинет. После приема кокаина наркоман испытывает необычайный прилив сил. Но состояние эйфории длится недолго. Потом начинается что-то несусветное и отвратительное. Наркоману кажется, что под его кожей ползают насекомые, змеи. Ужас какой-то. Зачем его тогда принимать? А кто автор этой поэмы? Николай Николаевич Раков. Кандидат юридических наук. Да, с большим чувством написано. А это наш криминалист Николай Николаевич Раков. Случаем сам-то не наркоман? Горю! Нам нужно их взять с поличным! Николай Николаевич, а что случилось-то? Что случилось? Операция горит! Вот что случилось! Ильич сказал, шаг вперед, два шага назад. Вчера было рано, завтра будет поздно. Моя тяжелая работа за полгода, все пропало! Николай Николаевич, а что все-таки произошло? Представьте себе, притон у Павелецкого вокзала. Тетки, бар, сауна. В общем, вся вот эта ужасная атмосфера. И вот трое брюхатых клиентов с
сосуд пива. И один из них вываливает. Мне нужен кокс в товарных количествах. Ой, Николай Николаевич, бывайте же вы в таких местах. Исключительно по служебным обязанностям. Полгода он меня проверяет. По всяким там клубам, кабакам, борделям. В общем, даже завели притон гомосексуалистов. Понравилось? Ради Родины, ради ее высоких наград. Такая у нас служба. В общем, этот пассажир сегодня должен получить первую партию порошка. Не могу никого найти. Во всем отделении только я, вы и Мороз. Пойду сейчас к ней и скажу, что вся операция провалена. Прямо скажу, по моей вине. Да какие галаху мы наркокурьеры? А чё? Ну чё, чё? Наркокурьеры — это штаны кожаные. Рубаха гавайская на выпуск. Сигара, в конце концов. А так, то ли менты переодеты, то ли с похоронного агентства. Да, Коша, слушай, если бы ты вот как раз-таки одел гавайскую рубашку и влез в кожаные штаны, я бы за километр понял. Ты ряженый мент. А так, в костюме ты на кого угодно похож. Но больше всего ты похож на раскачанного Антона Павловича Чехова. Только, правда, без очков. А так? Знаешь что, давай по-быстрому отделаемся от этого, а то мне еще Ксюшке на пространственное воображение задание делать. Слушай, а может ты пока задание поделаешь, а я посмотрю, что там, а? А что, один-то? Да понимаешь, ты своим пиджаком всех хулиганов распугаешь. Чего бы? Ну, от него обкомом партии за километр прет. Тем более я не один. Там Раков, там спецназ, там жучки. А, слушай, давай так. Ты на прикрытии, а если меня через 10 минут нет, ты выходишь на выручку, а? Ну, давай, время проверяем. Без 10, 4. Ровно 4 рви, окей? Окей. Го! Слушай, брателло, а где твой напарник, а? Вас должно было быть двое. А я напарника отпустил, у него баба эта, ну, короче, я один. Шен лама! Так а чё, при таком раскладе ты товар не будете принимать? Слушай, брателло, ты не умничай, математику читал? Если ты говоришь, что двое придут, значит двое. Ну ладно, тогда я пошёл. Это... Вы назначайте время, мы вдвоем придем. Слушай, ты нам мозги не делай, понял? Ты у нас один. Если будет какое-то палево, мы тебе башку отрежем, понял? Да,
Как сам-то? Где ты был? Курочек делал. Ну и что, получилось? Нет, очень сложно. А у меня здесь все получилось. Успокойся. Я спокоен. Я спокоен. Глубоко вздохнул. Досчитай до трех и медленно выдохни. Раз, два, три. Еще глубже. Еще разок. Раз, два, три. Еще разочек. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Еще раз! Раз, два, три! Ты спокоен! Я спокоен! Ну вот. Все уже обошлось. Что ты? Ну да, конечно. Покуем? Давай. Час уже как выйти должен был. Не отпустят. Зря приехали. Еще. Ты что, Пима? Твоим языком только унитаз чистить. Сиди, жди, сейчас выпустят. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Ein. Zwei. Drei. Come on. Вот смотрю я на эту жизнь, Пима. Сим-сим, откройся! Какие все же менты звери. Так над братвой издеваться. Как их только земля носит, не знаю. Осенний шумел ветерок. Падая листья шуршали, я выходил на... Закорж, привет! Курни, Загора! Ладно, Загора на свободе. Это надо отметить. Погнали, Пима! Классное место, Али. Ты что, затеял ремонт? Здесь всем будет уютно, Ризо. Уютно, да. А как насчет моей просьбы, Али? Ризо, посмотри на этого мальчика. Ну? Меня Гоша зовут. Али, а зачем нам этот Гоша? Я ухожу от дела, Ризо. Вся работа пойдет через него. Это мой племянник. Очень надежный мальчик. И значит, все теперь пойдет через него. Да, Ризо. Ну тогда я с ним и поговорю. Подержи, магазин поменяю. Бросай пушку сюда. Ты знаешь, что это значит, Гоша? Это значит, что ты реально влип по-крупному. На этой пушке теперь твои пальцы. Ты
теперь, Гоша, будешь меня слушать, как маму в детстве. Мне срочно нужен солидный покупатель на солидную партию товара. Наливай, мамаша, щей. Я привел товарищей. Здоров, земляк. Мы выпить, закусить. Извини, друг, сегодня ничего не получится. У нас кухня не работает, туалет не работает, бар не работает. У нас ничего не работает. У нас ремонт. Куда теперь? Может, бутылку возьмем? Потом Макдональдс. Попьем из бумажных стаканчиков через трубочку, а? Надо дело одно сделать. Приношу свои извинения за эту дурацкую шутку. Больше такого не повторится. Дальше. А чего дальше? Виновата. Простите. Больше не повторится. Вы теперь... А мы-то и мышь. Извините. Руки пожали. Теперь все забыли и пошли работать. Минуточку, вы двое. Круто вы с ними. Могло быть еще круче, если бы мы не поняли, что нас прописывают. А как догадались? Ну как? Гавайские рубашки, кожаные штаны и сигары. А вот знаете, нарвутся на настоящих наркодилеров. До свидания. Свободен. Я его год проверял, думал стукач. Потом разговорился, и оказался это дядя Ваня, золотой. Служил он в районной мусорне по наркотикам. Мент! Ты с ментом? Заглохни, законник хренов. У дяди Вани бизнес был. Он у одного мелкого дилера товар отбирал, а другому за полцены толкал. У него был выход ко всей базе данных, по всем барыгам и оптовикам. Ну и понял дядя Ваня, что надо работать по-крупному. И созрел у дяди Вани охренистический план. Башковитые все же. Некоторые менты бывают. Ё-моё! Стоп! Стоп, я сказал! Видишь, чернила просочились. Я на карту не с той стороны смотрел. Значит, от бабы в ту сторону. Пошли. Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан. Дельта-план. Кого еще там счет принес?
Привет. Привет. Я не опоздала. Ровно в 10, как договорились. Это нет, как всегда, пунктуально. Слушай, а чего у меня сидеть? Поехали к тебе. Ко мне? Угу. У меня горячую воду отключили, просто неудобно. Ладно. Хорошо. Да, пошли. Хорошо. Угу. Я сейчас. Угу. Стоять. Мне надо будет только вернуться сейчас, через полчаса. Звонок будет из Австралии. Тогда пошли к тебе. А слушай, а пошли пешком? Долго ждать. Пойдем? Пошли. Ну и где Витя? Скоро будет. А он ушел наверх, к соседу. Какой наверх? Витя живет на последнем этаже. А? Папа, что ты делаешь? Оригами, доченька. А почему ты заперся? Это чтобы лучше сосредоточиться. Папа, только не нервничай. Искусство оригами требует спокойствия. Торопись, не спеша, как говорят японцы. А ну, марш в постель. Кошкин. Угу. Гашу свет. Ты меня понял? Понял, понял, дорогая. Кошкин, я хочу быть уверена, что ты меня правильно понял. Конечно. У тебя есть еще 5 минут. Сказал, ты будешь экскаватор, трактор и долбанный асфальтовый каток. Копай! Ты куда попёр? Ты куда попёр? Куда попёр, молоток отбойный? А братанам помочь? Ну-ка, копай! Что ты ластами машешь? Чё ты, улететь хочешь, аист? Пить! Я тебе дам пить, копай! О, давай, давай! Давай, давай. Давай сюда, сюда давай, Пима. Ух ты! О! Ах ты летишь? А ты сам догадайся. Yeah!
Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Еще два, четыре. И раз, два, три, четыре. Заканчиваем упражнение. А что это за девушка, не знаешь? Следующему. Не знаю. Два, три, четыре. И упражнение на руки. Раз, два, влево, три, четыре. И последний раз. Раз, два, резче, три, четыре. Резче, резче, не отстаем. Три, четыре. И раз, два, три, извините, четыре. Извините. Раз, два, извините, три, четыре. На меня смотрим все. Два, три, четыре. И раз, два, три. Продолжаем. Девушка, девушка, как вас зовут? Меня зовут инструктор по лечебной физкультуре. Инструктор по лечебной физкультуре вечером пьет кофе? Инструкторы по лечебной физкультуре кофе вообще не пьют. Ага. А что они пьют? С незнакомыми мужчинами ничего не пьют. Абсолютно. Вы знаете, мы с вами так похожи. Я вот тоже по вечерам с незнакомыми мужчинами ничего не пью. На сегодня все. Всем спасибо. До следующего спасибо, раза. Спасибо, спасибо, спасибо. Девушка, простите, я, может быть, не так себя вел. Молодой человек, вы в плохой форме. Ну что, велик, помощь нужна? Я, кажется, влюбился. Дай откусить. Спасибо. Сзади видел? Придурок в банане. Тебе чего от нас надо? Помощи, помощи прошу. Я знаю, где вы служите. Я три дня за вами слежу. Послушайте, вопрос жизни и смерти. Чьей? Моей. Речь идет о 5 килограммах героина. Рассказывай. Прошу вас. Есть такой страшный человек, Рюзух. Он дядю Али застрелил уже. А ты что, уже здесь зажигал? Ага, зажигал. Я здесь до армии на фабрике работал.
бабу мне. Вот, блин, что с родным заводом сделали? Спокойно, повторяй про себя слова присяги. Наши бабки трусы заткнули. Коша, ну нам же надо показать, что мы крутые наркодилеры. Пошла отсюда. Есть идеи? Потанцуем. А чё нет? Ризо, я нашел покупателя. Молчает. Иногда мне хочется тебя убить. Можешь говорить. Еще родной, нормального мужика от педика отличить не можешь. Извините, мне сказали, что вы по теме. Тем более вы без девушки. Вон моя девушка, с другом танцует. Вон та, ваша девушка? Это же ваш Артурчик. Какой еще Артурчик? Это ж надо было так надраться, а? Ты ж посмотри, тебя мать по моргам ищет. Слушай, ты не знаешь? Нет ли здесь какого-нибудь укромного местечка? Вот они, это, отличные ребята с Урала. Дядя вел с ними дела, и я сказал им про ваш товар, и они сказали окей. Да ладно. Ты что, ты мужик, что ли? А ты кого хочешь? Кем скажешь, тем и буду. Да пошла ты, то есть пошел ты, блин. Я сейчас помогу. А я думала, вы с мужчинами... Извините. Не встречаетесь. Да нет, на самом деле я бы вам рассказал, просто нет времени. Вы не представляете, какого человека вам судьба подарила, понимаете? Извините. Ты чего, лохудра, у меня мужиков отбиваешь? Слышь, пробей, что это за девка с ним и откуда? Руки убери! Мне нравится. Давай, готовь встречу. А мы для надежности девку его у себя поддержим. Ну
Но вы хоть представляете себе, сколько стоит 5 килограмм героина? Да полмиллиона долларов. И что, вы готовы рискнуть такими деньгами? Да. Вы же сами говорили, что Резо серьезный преступник. И на туфту не поведется. Все должно быть как положено, чтобы он поверил. Значит, полмиллиона долларов, конспиративная квартира. Ладно, хорошо. Для встречи с ним назовете адрес: улица Дровяной, дом 4, квартира 17. Это квартира одного барыги, мы его по-тихому взяли, а квартиру поставили под контроль. Одежду подберете, машину в управлении выпишем. Но с шофером! Да, только без мигалок, можно попросить? Прекрати играть гранаты, идиот! Куда едем? Дровяная. Травяная? Травяная, идиот. Травяная, нормально. Поехали. Что они с детьми делают? Мы в четвертом классе из трубок пластилином плевались. Это заметно. Да? Отлично. Ровно через час. Вы берете товар, мы берем их на выходе с деньгами. Террористы, всякие разные преступные элементы. Ну и вообще, я даже не знаю, бомжи. Ша-ша, разберемся. Идите, гражданочка, идите. Давайте уже работайте, а то я жалобу на вас на всех напишу. Давай, пошел. Ты первый, мы за тобой. Пошел. Че? Че ты? В инструкции написано: клюющая курочка. И как она клюет? Вот так, наверное.
Лизо должен явиться. Тебе что здесь надо? Ничего. Я просто к ним шел. Я ничего тебе не кинул. Слушай, младший сержант, что-то мне рожа твоя знакома. А? А чего ты так с представителем закона разговариваете, а? Ой-ой-ой. Ну-ка, предъявите документики. Оружие, наркотики в доме есть? Что найдешь твое, начальник? Это что такое? И правда ключи. За что? За то, что ты урод. Двух барыг и то арестовать не можешь. Бабок полный чемодан. Фима, гляди-ка. Ты что делаешь, баран? Что тебе курочка сделала? Четыре, пять, шесть, пять. Здрасте. Менты. Погоди, петушок. Куда это ты собрался? А? Пять. Четыре, три, два, один. Вперед! Черт! Какой-то негодяй закрыл дверь. Я, кажется, нос сломал. Вы, граждане барыги, расливаете нашу молодежь. Превращая вчерашних школьников и студентов. Сумасшедших беспредельщиков, которых даже в местах лишения свободы никто не уважает. Кроме того... Получая огромные прибыли, вы не платите никаких налогов государству, тем самым подрывая экономику нашей Родины. Взять, к примеру, такие страны, как Колумбия, Афганистан. Наркомафия, сеет там террор и нищету. Хочешь, да? Лимонка, глянь, что там? Спецура! Смываемся через балкон! Лимонка, за мной! Всем стоять! Да мы стоим. Давно уже стоим. Вот это не мы. Я за это любого убью. Врача! И вот хорошо бы с соседями разобраться, а то у них там непонятно, что творится. Разберемся, мамаша. А сливого варенья у вас нет? Очень я сливовое варенье люблю. Для тебя, сынок, найдется. Вот редко такого, как ты, встретишь среди вашего брата. Добрые, отзывчивые, порядочные, недокормленные. Кушай, сынок, кушай. Вот пирожок бери. Значит, денег нет, наркотиков нет. Резо можем предъявить только незаконное ношение оружия. Вот так. И что я должна объяснять начальству наверху, а? То, что сотрудники первого отдела, рискуя собственной жизнью на деньги Центробанка, пытались купить героин у наркоторговцев, но наркотики унесли какие-то милиционеры. Кто мне поверит?
Значит так, деньги мы обязаны вернуть в течение 3 дней. Нет, ну это понятно. Понятно тебе? Может быть, мне тогда объяснишь, а то вот мне ничего непонятно. Зато мы их лица запомнили. Да? Ну, одного из них. Ну, прощай, моя старушка. Не переживай, кореш. Мы тебе новую лейбу справим покруче старой. Жечь будем? Нет. На огонек может кто-нибудь прилететь. Топить будем. Поздравляю. С благоприятным окончанием дела. Ты вот эти поздравления свои можешь себе запихать в жопу. За такие бабки мог раньше отмазать. Все очень даже хорошо получилось, батон Аризо. Спецура наехала, взяли, а при нас ни товара, ни денег. Вот именно, ни товара, ни денег. Сначала мы были бедные, потом нас обокрали. Зато свобода. Ты кретин. Свобода без денег хуже тюрьмы. Деньги надо вернуть. Баба этого бешеного из Антидури у нас. Угу. Ради нее он этих левых ментов обязательно разыщет. Любовь – страшная сила. Что это быстро закончилось. Как ты? Как тебя кормили? Сидел в диете. Кто в машине? А, это мой новый охранник. Молодой больно. Да ладно, не парься. Придется мне самому тебя охрану искать. Постарше. Сегодня ночью пытались утопить машину. Владельцы по номерам установили, некто Пименов. Проверьте, Пименов. Угу. Это он? Угу. Связи его пробей. Угу. О! Сержант этот, который первый в квартиру вошел. Да, вроде он это. Это он. Курочек спалил. Бабло, победит зло, баба, бабло, победит зло, баба, бабло, победит зло. Давай, нюхни, Прима. Не будешь такого. Ну, давай. Давай. А почукаться. А если их в этой деревне нет? Будем дальше искать. Где? С такими бабками они уже в Южной Африке могут быть. Алло. Короче, ставки увеличились. У нас твоя невеста. Давите время до полуночи. А если они по другим документам уехали? Не, не уехали. Почему это? Да потому что через 5 часов нужно отдать деньги Ризо. Иначе он убьет мою невесту. У тебя невеста есть? А что у меня? Не может быть невесты! Что за... По-моему, вот этот дом. Похоже. Эй! А что это вы тут высматриваете, а? Здрасте. Здрасте. Друзей ищем. Должок вернуть надо. Ага. Ну тогда другое дело. Вот этот ход. О, Вова, Ленечка и Олежка. Mm-hmm.
А вы кто будете? Витенька и Владик. А куда, вы говорите, Вова, Олежка и Ленечка поехали? Да в супермаркет. Часа три в сторону Москвы. У них такая машина шикарная. Спасибо. Ну и вам не хворать. Бабло, победит зло, баба, бабло. Победит зло, баба, бабло. Шубу сними, Филипп Киркоров. Слышь, Загора, я буду вот это вот, вот это и вот это. Придурок. Слышь, а у тебя чё, очки тонированные? Оно блатным, и ночью солнце светит. Пошли. О! Наш гипермаркет отдыхает, Загора. Лолита, 90-63-90. Давай напишем. А ей что ты напишешь, а? Вы чего здесь творите? Переключи это все! Да, быстро! Ну-ка! Вот! Смотрите-ка вот сюда. Вот это вот у вас есть? А? Нет, мужчина, у нас омаров нет. Как нет омаров? Ну, сельпо! А сельпо! К сожалению, у нас нет омаров. Зато богатый выбор рыбы. Да нафиг мне ваша рыба! Мне надо омаров! Иди сюда. Ну, москвичи, ну, народ! Нормальных омаров у них нету! Иди в машину. Это почему? Шумишь много. Тачка у нас дорогая. Бабла там внутри и порошок. Иди посторожи, понял? Опа-на! Чё куришь? Ствол. Сейчас выпадет. Сейчас я тебя прикрою. Опа. Холодный парень. Только б не шмальнул. Здоровый урод! Что-то засунул себе в штаны! Будем брать так, Кася! Я звоню в милицию! Стоять! 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 А теперь доставайте то, что вы прячете сзади! Или вам помочь? Пима! Доставайте! Доставайте! Это ваша машина? А в чем дело? Документы предъявите, пожалуйста. Документы? Сзади это когда за спиной! А, сзади! Что вы там прячете? А вот это видел? Стоять! Стволы в землю! Стоять, лежать! Стоять, уроды! Стоять, уроды, я сказал! Стволы в землю! Я завалю ее! Меня!
три загона. Я к патрулю. Еще кто такой? Госнаркоконтроль, это наши клиенты. Так, машину не калечьте, это собственность Центробанка. И деньги Центробанка там же. У него еще граната есть. Тогда тем более не стреляйте. Кому сказал? Уходите! Ничего. У меня граната! Сдастся. Есть!
Задержать его! Деньги. Ничего, Загора выйдет. А потом... ...летной дороге... ...мчится фирменный поезд... ...рад... ...пиво заливать! Пиво! Неплохо отоварился. Обожаю продуктовые магазины. Так они успокаивают. А, это овощи? Скорее, фрукты. Слушай, можешь дать ключи от машины? А ты куда без меня собрался? Мне надо деньги Резу отвезти, а на тебя остается мороз. Не знаю, кому труднее. У тебя оружие-то есть? Есть. Мой возьми. Я его усовершенствовал. О, ладно. С машиной аккуратнее. Да, деньги у меня. Где встречаемся? Ага. Понял, черный хаммер. Еду. Здрасте. Давай чемодан. Нет, нет, спасибо, сам. Оружие есть? Нет. О, о. А это что? Где? А, это разве оружие? Пошли. Я деньги привез, как договаривались. Чемодан. Хорошая работа, молодец. А девушка где? А ты что, волнуешься? Да ты не волнуйся. Я слово свое держу. Я сказал, ты ее увидишь. Значит, увидишь. Оружие есть? Это что? Это то, что теперь менты носят? Слушай, а из нее хоть застрелиться-то можно? Нет, ты можешь себе оставить. Пригодится. Твоя женщина? Забирай. Забирай. Я ничего не знаю. Спокойно. Ведь я с тобой. Ну все. А то я сейчас разрыдаюсь. Мент, надеюсь, даже ты понимаешь, что я не могу оставить тебя в живых. А в чем дело? Спокойно.
Женщина пусть отойдет в сторону. Ничего не бойся. Слушай, а хочешь дуэль? Давай, на счет три. Считай. Раз. А, подожди, подожди. А, можно секунданта? А что я-то? Раз. Слушай, мы стреляем на три или после трех? Вот специально для ментов он махнет рукой. Раз! Так, ну что, какие у нас планы на вечер? Какие могут быть планы на вечер? Тебе срочно нужно в больницу. Да, да, действительно. Ай, так больно, я сейчас умру. Да с девушкой пообщаться. Ай, сейчас умру. Я тебя подержу. Ай. О, Эд Кош, мой друг. Так я и знал. И на минуту нельзя одного оставить. Ну вот, знакомься, Татьяна, та самая, невеста моя.
Про дельтаплан пел? Давай носилки! Где Резо? Там колеса кидай. Где деньги? У нас. Давай, веселей! Хорошо. Ни память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет. В полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Папа! Привет! Здравствуй, сладкая моя. Смотри. Ух ты! Спасибо! Как? Нормально. Думаю, трока за нее получу. И все? Папа, это нормально. На больше я и не рассчитывала. Будем крыльев не дано, но так легко. А мы в Москве Макдональдс зайдем. А в цирк. Заглохли? А что теперь делать будем? Растолкать надо. А, это я момент. Эй, мужики, подсобите. Идиот. Мы к товарищу как раз едем. Он у нас тоже в милиции. Вот. Ах ты, гнида водоплавающая! Ты что с парашютами сделал? Мне никто не говорил, что вы будете прыгать с парашютом! Там в третьей сумке не было парашюта! Там были грибочки! Грибочки я собирал, пока вас ждал! Пим, а Пим, а американские горки в парке Горького какой высоты, а? Да ну не знаю я. А кто за рулем-то? Тебе повезло, дебил, что у меня бампер титановый. Чего? Пима, меня Чебурек дебилом назвал. Он правильно сказал. Я его назвал дебилом. Хочу добавить, что твоя рожа тоже совсем не похожа на лицо профессора Московской консерватории. Сама Шармута и вас ждали! Фак! Что за жизнь? Поехали всякие бараны в родную Москву!